Не трамвай, а объедет. Так, видимо, подумала женщина, находившаяся за рулем Kia Picanto, подъезжая к трамвайным путям с улицы Латышских Стрелков. Автомобиль приблизился слишком близко, в результате чего трамвай, продолжавший движение, зацепил иномарку и, протащив несколько метров, остановил лишь после столкновения со столбом. Включила задний ход, хотела, ну, назад, вот, и подвинуться, и все. Он не затормозил даже, он просто меня поволок. И пока я не врезалась в столб, как бы, ну... Это еще хорошо, что... Перед столбом вы не успевали тормозить. Он меня тащил боком. Ну, то есть я стояла так, он меня вот развернул на 90 градусов. Александр Федоров, находившийся в момент ДТП в салоне трамвая, также утверждает, что водитель общественного транспорта затормозил слишком поздно. Первым, что прозвучало, скрежет. Трамвай не сбавил скорости. Скрежет. И смотрю... Прямо обратил внимание, рядом с моим плечом, я находился где-то на втором, на третьем сиденье, вот здесь вот, потащили автомобиль. И только после этого, когда он ударился уже об столб, произошло резкое торможение, и я рукой ударился. Пострадавших в результате аварии не было, виновных установят сотрудники ГИБДД. Андрей Жиляев и Игорь Олейников для программы «Оперативный эфир».